Для удобства жителей нашего округа здесь, в торговом центре «Глобус», под Траволатором проводится ежедневная вакцинация от гриппа и ОРВИ. Привиться может любой желающий, у которого нет противопоказаний. Вакцинация проходит ежедневно с 9 до 14.30, кроме воскресенья. Для проведения процедуры вам понадобится паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Для начала проведут первичный осмотр, измерят давление, сатурацию, температуру. Затем попросят заполнить и подписать информационное согласие на проведение вакцинации против гриппа. Наш оператор Владислав решил вакцинироваться прямо на съемке. Говорит, не любит болеть. Не бойтесь. Для вакцинации используют трехкомпонентный препарат «Флю-М». После него, как правило, осложнений не бывает. Но если вдруг они появились, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу. 30 числа, в понедельник. Все прекрасно, все хорошо. Я всегда каждый год делаю. Как чувствуешь все. Себя после прививки? После этого кушать захотелось. Да. Вот. Так что все нормально, все хорошо. И домогания не было? Нет. После процедуры вам выдадут справку о том, что вы прошли вакцинацию с указанием препарата. Мы проводим сезонную вакцинацию от гриппа трехкомпонентной вакцины «Флю-М». Там идет три компонента, два компонента от гриппа А и один компонент грипп Б. А действие длится сезон, то есть получается по следующее лето, осень. Также вы можете пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства в городских округах Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино. Анна Наприенко, Владислав Реус, Щелковское телевидение.